Привет всем! Вы на канале Fishing Казахстан. Сегодня выехал на речку порыбачить. Получается, на удочку, на поплавок. Попробуем половить карася, окуня, чебака. Получается, такая вот удочка. Карбон им 9 4-метровая, и вон поплавочек мой. Вот такой водоем, там вот наши рыбачат. Слева, справа. И вот такое вот добро. Ну, вот такая прикормочка. Тут карп, карась, кориандр. С коноплей сейчас будем замешивать. Вот прикормка получилась, вот такая вот кашка. Пахнет, ребята, вообще огонь. Сейчас вот подкинем пару жменечек, сильно не будем закармливать. Шарик сделаем, закинем там, где у нас поплавок стоит. Попробуем туда попасть. Еще один шарик. Вот так вот. В качестве приманки бандюэль, куруска, вот опарыш красно-белый, черви дачные. Ну, первый заброс сделал, посмотрим. Поставил опарыша, и получается, оп, есть поклевка, есть, ребята. Есть поклевочка. Друзья. Вот такой вот подлещик. Смотрите, какой красавчик. Ну вот, получается, ребят, грузило. Поставил красные крючки. Вот кукурузка. И вот опарыш. Только что вот подлещик на опарыша взял. Оба. А удочка, в принципе, ребят, отличная. Прям кайфово на нее ловить. Так. Ну, сегодня ветер, правда, ничего не поделаешь с ним. Будем на ветру ловить. Сегодня 27 обещали. Ну, посмотрим. Правда, ветер есть. Но такой пейзаж. Ранняя весна, начало мая. Сегодня у нас 9 мая. День Победы, Великой Отечественной войны. Оп. Ах ты, поклевку прозевал. Поклевка была. Красавчик-то клюнул. Ну, ё-моё. Сейчас мы его отпустим. Так,
Опа. Вот такая вот. Ух ты, бай. Неужели я его споймал? Это, по-моему, пелить, наверное. Смотрите, какая красавица. Ты чё такая? Иди. Ничего себе. Есть, 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 ребята. О! Чебачок. Чебак. Красавчик вот такой. Сейчас мы его отпустим. На червячка. Как всегда. Ух ты, это хороший, ребята, все. Хороший, что-то все. Окушок. Вот такой вот красавчик. На червячка. Пускаем, ребят. О. Есть, 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 есть. Ну. Подлещика клюнул. Но я на поплавочную удочку не ловил. Вот такой вот. Ой, ты, да что ж ты. Ух ты. Вот такой вот подлещик. На опарыша. Вот такого червячка. Такой пучок сделал. Вот мотыль. Сейчас попробуем. Чё, как там? Опа. Оп. Может, что-нибудь клюнет? Думаю, чуть-чуть подкормить. Парочку закинуть. Вот туда. Есть, ребята. Что-то идет. Ух ты. Чебай. Это у нас подлещик. Неплохо. На червячка. Вот нашел замок. Как на эту удочку классно ловить вообще. Это вообще нечто. Ребята, вот такой вот у меня подлещик клюнул. Ой, иди сюда. Вот такой вот красавчик, смотрите. Какой красавчик. Поклевку не успел заснять. На опарыша, на красного. Посидели весь день. Никита, привет передавай. Всем привет. Во,
Вот сидим рыбачим, так сказать, наслаждаемся процессом. Смотрим на поплавки, когда они задергаются, когда они утопятся, так сказать. Но вот Никита сидит, у него поплавок, сейчас мы его найдем. Вот он пытается что-то споймать, но он, конечно, отловился сегодня хорошо, я кушков поймал, молодец. Ждем вечернего клева от воды, по-моему, у меня лицо загорело. Ну, принцип такой, поплавок, ловля удочкой, вот. По-разному пробовали, кукурузу ставили и, получается, ставили червя. На червя мелкий окунь откликается, а вот на опарыша, на красного, штучек 5-6 насадишь, простреливает чебак, лещ, простреливает лещ, ну не лещ, подлещик. Сейчас вам покажем, сейчас что удалось споймать. Вот, короче, ребят. Вот такой вот чебачина. Пару штук я взял. И вот подлещика. Ребята, что-то у меня бьется. Лещ. Смотрите, ребята, какой лещ. Вы это видите? Мощно. Он его подтапливал и подтопил. Смотрите, какой красавчик. Ну, где у тебя пасть? Его так и не возьмешь. Подлещик. Вот, поймал окуня на червяка, на удочку. Вот он. Видите, хороший. Громче говори. Окушок такой бодренький. Бьется, как не знаю кто. И поклёв. Тынц, 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 тынц. Подлещики такие. Вот такая вот красноперочка попалась. Вот она хорошая. Взяла на червяка вот здесь за кустиками. Хорошая поклевка, да, была? Сейчас вот начался уже вечерний выход. Будем ожидать дальше, что клюнет. Давай, насаживай. По новой. Плескается. О! Ты сегодня хорошо ловишь сегодня, да? Но заглотил полностью. В общем, половили мы рыбки, наш улов. Вот такой вот тут чебак есть, чебачка половили. Подлещика, но чебак прям хороший, вот экземпляр есть. Пускаем, короче, рыбку сегодняшнюю, то что половили. Она сейчас пойдет. Собираемся, в общем, домой. Рыбалка подошла к завершению. Порыбачили, посидели. Нас половили на, получается, на удочку, на поплавок. Удалось нам поймать хороших чебаков.
вы сами видели, подлещиков. Погода, конечно, была не очень, но тем не менее, ветер не ветер, нам удалось поймать. Всем огромное спасибо за просмотр и до новых встреч. Кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!